24 тонны медикаментов для жителей больниц Донбасса. В Ростовскую область прибыл самолет МЧС с новым грузом. Сотни коробок с лекарствами уже переданы Донскому спасательному центру, где идет формирование очередной гуманитарной автоколонны, уже 40-й по счету. Добавлю, что за год из России в Луганскую и Донецкую области было отправлено почти 50 тысяч тонн помощи, в том числе продуктов питания, строительных материалов, предметов первой необходимости.